Добрый день! Представляю вашему вниманию джемпера ХБ «Женские экстра Швейцария». Подробная информация в ссылке под описанием. Начнем мы с вами вот с такой вот красивой маечки. Она у нас из мелкой вязки, чикори, размер L. Очень красивая, цветочный принт. Здесь у нас бежка, размер 28, плечики открытые, ткань лапша, длинный рукав, а сам такой топ, как укороченный. Джемпер, мелкая вязка, размер M, здесь такие плечики тоже очень красивые, очень мягкие. Здесь у нас джемпер на пуговицах, эсмара, размер S, такой вот он очень мягкий. Мелкая вязочка, прекрасный джемпер. Здесь у нас топ, размер не написан, я думаю, что размер S, хорошо так тянется, с люрексом, очень красиво, плечики можно сделать открытыми. Здесь у нас кардиган, тоже мелкая вязка, сзади такая вставочка прозрачная, просвечивает все. Only, размер M, L. Блуза, размер L, имеется подклад, а сверху получается вот так вот прозрачно на шее, просвечивает. Джемпер крупная вязка, размер XL, такой вот он замечательный тоже, мягкий, теплый. Кардиганчик мелкая вязка. 36 размер, немножко есть добавление люрекса. Размер S джемперочек, тоже такой просвечивает. Мелкая вязка, очень мягкий и легкий. Здесь у нас такая кофта, как под спортивную. Размерчик, я думаю, L, он мне указан. M, ML такой, с капюшоном, она идет с подкладиком, тоже сеточка, на замочек закрывается, очень такой цвет классный, яркий. Здесь у нас вязаный жилет, ну, как блуза, можно даже сказать, стрит, размер M, ну, я думаю, что на L-очку тоже хорошо подойдет. Здесь у нас танковочка, манго, размер S. Посмотрите, какая она прекрасная, такой цвет нежный, очень классная. Здесь джемперочек у нас, рукавчик 3 четверти, опус, размер 40, мягкий трикотаж. Посмотрите, какая она прекрасная, мягкая. Так, здесь джемпер, тоже мелкая вязка, просвечивает, размер L, H&M. Очень такой мягонький и легкий. Крупная вязка, джемпер. Today, размер M. На рукавчиках резиночки. Джемпер из крупной вязки. Тоже прям как сетка идет. Размерчик L. Рукавчик 3 четверти. Блуза. Джессика. Размерчик L. Рукавчики без подклада. А серединка с подкладом идет. Футболочка, размер S, резинка снизу и резинка на горловине и на рукавчиках. Здесь у нас, смотрите, джемпер, он на запах вот здесь закрывается, вот так замочек такой прекрасный, очень красивый. Размерчик L, XL, мелкая вязка, очень приятная к телу. Тоже кардиганчик, здесь он на крючочек закрывается, вязка очень мягкая, размер M. Так, трикотажный такой кардиган, очень мягонький, размер L, удлиненный и цвет просто классный такой, яркий. Крупная вязка. Амиссу, размер XS, но я думаю, что подойдет вплоть до M. Он такой как бы свободный.
здесь кардиганчик 38 размера, очень мягонький, крупная такая вязочка, красивый насыщенный синий цвет, здесь накидочка, я так понимаю, летняя, снизу имеются вот такие вот классные элементы, размер LXL написано, так, танковочка. Прям вообще тоненький-тоненький джемперочек такой. Очень мягкий, просвечивает размер M, H&M. Имеются небольшие загрязнения, но они подстирываются. Здесь у нас кардиганчик. Мелкая вязка, очень-очень мягонький. Рукавчик 3 четверти, размер L. Джемпер, крупная вязочка. Тоже такой просвечивает хорошо. Размерчик SM. Танковочка Street One, размер евро 38, тоже невероятно мягкая и легкая. Внизу имеется вот такая кулисочка, можно затянуть. Так, здесь у нас джемпер идет, такая как блуза, манго, размер М, без рукавов, но тоже такая как вязаная, очень мягкая. Здесь у нас джемпер, размерчик не указан, но я думаю, что размер ML. Также имеется такая вот кулиска на талии, можно сделать такой как поясочек утянуть. Рукавчик 3 четверти. Only, размер M, крупная вязочка. Такой легонький джемперочек. Здесь у нас размер S, M, даже можно так сказать. Такой вот кардиганчик. Не застегивается. Очень легкий. Здесь у нас такая блуза, рукавчик 3 четверти, XL размер, вставочки на плечах, сеточка. Посмотрите, какие красивые, как переливаются стразы. Очень мягкий трикотаж. Здесь у нас размерчик M кардиган. Тоже такая крупная вязочка. Такая как накидка вязаная. Рукавчики, как пончо, как-то так вот идет. То есть размерчик. Размер не указан, но я думаю, что LXL. Ну а так вообще, в принципе, безразмерно. Можно и на M одеть. Очень мягкий такой трикотаж. Здесь у нас танковочка Zara. Размерчик не указан, но я думаю, что размер M, L. Очень мягкая. Посмотрите, какая она очень приятная к телу. Просвечивает, имейте в виду. Здесь у нас кардиганчик, тоже очень мягкий, Street One, 44 размер, длина полная у рукава, цвет тоже очень классный. Здесь у нас накидочка идет, как джемпер, на крючочек сверху закрывается, размерчик S, очень такая мелкая, нежная вязочка. Размер M, рукавчик укороченный, тоже такая крупная вязка. Так, танковочка, размер M, я думаю, тоже вязка мелкая. Такие вставочки на локтях с люрексом, очень красиво. Здесь у нас накидочка вязаная, посмотрите, какая прелесть просто. Размер L, укороченный рукавчик, прям вообще красота. Здесь у нас блуза, размер L, тоже, посмотрите, какая красивая, яркая, летняя. Здесь у нас идет как поло вязаное, но оно тоже такое прям прозрачное, просвечивает, точнее, очень легкое, размерчик L. Здесь у нас тоже как блуза идет вязаная. Вязка очень большая, чикори, размер ML. Такая вот она длинненькая идет.
Здесь у нас тоже кардиган с укороченным рукавчиком. Размер L, крупная довольно-таки вязка. Здесь у нас тоже как блуза, мелкая вязка. Размерчик M. Сзади, видите, длиннее, чем спереди. А сзади у нас материал такой прям, о, такой прям мягкий, мягкий трикотаж такой. Очень классная блуза. Здесь кардиган размер L, но он тоже прям очень супер тонкий, мягкий. Вот на лето самая то накидочка такая прям отлично. Тоже, смотрите, кардиган, крупная вязка, размер M. Ну, я думаю, что подойдет на L, рукавчик укороченный. Здесь размер S, тоже как накидочка, кардиган, тоже очень-очень тонкий, прям тоненький, размер 42. Рукавчик полная длина. А здесь топ у нас идет, лапша материал. Размер S, тоже очень классный, то есть можно его так вот собрать, а можно наоборот распустить, и будет как обычный топ, без сборочки. Здесь у нас танковочка, Zara, размер L, посмотрите, какая она красивая, тоже так переливается красиво, и очень мягкая, такая прям вообще приятная к телу. Здесь у нас размер 42 у джемпера, крупная вязочка, он просвечивает. Посмотрите, какое красивое платье размера L, в рубчик, H&M, на пуговичках получается, хорошо тянется, невероятно тонкая, нежная ткань, очень-очень красиво, и горлышко такое, как у рубашки. Классное очень платье. Так. Смотрите, какой красивый джемпер. Цвет вообще очень классный такой, бордовый. И вышивка вот эта. Невероятно красиво. Размер S. Мелкая вязка, прям вообще бесподобный. Здесь у нас материал в рубчик, H&M, размер S, танковочка. Тоже как топ идет, укороченная. Здесь джемпер на пуговичках, бенетон. Размерчик, я думаю, M. Вязаный, очень мягкий и легонький. Здесь вот блуза, смотрите, какая классная. Рукавчик укороченный, плечики открыты. Резиночка и рукавчики расклешенные. Ну, прям вообще красота. Размер S. Кардиганчик невероятно нежного мятного цвета. Канда размер S. Я думаю, подойдет на M тоже. Рукавчик 3 четверти. Крупная вязочка. Здесь накидка у нас 38 размера. Мягкий такой трикотаж. Здесь сеточка сзади. Тоже укороченный. Здесь у нас джемпер, чикори, размер XS, я думаю, на S спокойно тоже подойдет. Рукавчик укороченный. Топ, манго, размер M, тоже такой прям он воздушный, такой прям классный, мягкий. Здесь у нас накидочка идет, чикори, размер M, то есть она закрывается вот так вот, как топ, так вот завязывается. Посмотрите, она прям вообще, ну, такая тонкая, что прям вообще очень все просвечивает, и в то же время очень мягкая. Сверху вот на лето самое то. Здесь у нас блуза, размерчик S. Сзади можно завязать вот такой вот красивый бант. Мягкий такой трикотаж. Очень красиво. Здесь у нас болеро, размерчик S. Вот она. Тоже очень классная блуза. Посмотрите, рукавчики тоже расклешенные к низу. Размерчик L. Сзади застегивается на пуговичку. Так, здесь у нас такой джемпер. Идет джемпер, а здесь как будто сверху кардиганчик.
Здесь вот еще можно завязать тоже на завязочке, можно и не завязывать, будет тоже интересно смотреться. Размер 34-36, очень классно, такой как сетку материальчик. Здесь у нас размерчик L, такая вот блуза глубокого синего цвета. Здесь у нас накидочка как кардиганчик, тоже очень легкий размерчик. Размерчик не указан, я думаю, что размер ML, такой нежный розовый цвет, очень красивый. Самое главное, что приятно очень к телу. Здесь топ only, размер S, замочек сзади. Накидочка с пайетками. Размерчик L. Здесь джемпер с пуговичками, размер XS, но я думаю, что на S тоже спокойно подойдет. Мелкая вязка, очень нежный, мягкий. Сиэндэй. Тоже накидка очень мягонькая. Размерчик M. Такая вот она интересная. Очень. Джемпер крупная вязочка, only, размер S. Накидка тоже как кардигантовый, укороченные рукавчики, и сам по себе он тоже коротенький. Размер M. Такой вот он интересный. Здесь джемпер на пуговичках, размер H&M. Размер L, H&M. Такая крупная, мелкая, точнее, вязка, очень мягкий. Здесь, посмотрите, тоже блуза какая интересная. Рукава и грудь такие прям прозрачные полностью. Размерчик S с пайеточками. Очень классная блуза. Здесь у нас тонковочка идет. Размер евро 38. Такая вот она тоже прозрачная. Рассвечивает. Легонькая. Здесь топ. Размер S. Такой материал в рубчик. Весь такой, знаете, как из резиночки сделан. Классный. Здесь размер S у джемперочка, крупная вязочка. Так, размер L у джемпера. Тоже имеются небольшие пятнышки, но они устраняются. Здесь у нас, посмотрите, какая красота. Такое все нежное. Размер XS, вязаная футболочка. Здесь у нас блузочка идет, тоже воротничок, смотрите, какой, плечики открыты. Размерчик S, очень классная. Джемпер размер M, вязаный такой прям тоже, плотный. Здесь у нас джемпер тоже просвечивает, размер S only. Очень такой классный, нежный, и под все подойдет. Так, здесь у нас размер S у тонковочки, мягкий трикотаж, очень тоненькая тонковочка и приятная к телу. Здесь такая как блуза идет материал. Размерчик L, XL. Такая красивая тонковочка. Джемпер, бенч, размер S. Тоже вязка такая крупная, просвечивает. Посмотрите, какой красивый джемпер, H&M, XS размер. Я думаю, на S тоже будет очень хорошо смотреться. И к низу вот такая вот асимметрия. Джемпер 38 размера, рукавчик 3 четверти. Тоже как идет накидочка. Две пуговички тут всего лишь. Укороченный рукав и сама по себе тоже укороченная. Мекс размер M. Тоже накидка вязаная. Спереди имеются пуговички, укороченный рукавчик, размер XL. Вязка довольно плотная. Здесь джемпер H&M, размер XS. Очень мягкий джемперочек. И цвет такой классный.
накидочка, посмотрите, здесь она завязывается как топ. Имеются вот такие вставочки очень интересные. Размер XL, укороченный рукав, и сама она тоже укороченная. Очень такая классная. А здесь у нас как танковочка тоже идет с укороченным рукавчиком. Чикори, размер XS, но я думаю, что на S спокойно тоже подойдет, даже может и на M. Джемпер Only, размер M, вязочка крупная. Джемперочек тоже такой H&M, размер S. Посмотрите, рукавчики какие интересные. Здесь джемпер тоже у нас идет размер XL. Вязка крупная. Очень тоже классный. Спасибо за внимание. Подробная информация в ссылке под описанием.